Андрей Картавцев – один из самых известных омских авторов-исполнителей. С 1987 года являлся вокалистом популярных групп «Нежный возраст», «Азбука любви», «Адмирал МС». С 2001 года Андрей Картавцев пишет песни для Юрия Шатунова. В 2013 году песня «Лето цвета», написанная Андреем, стала лауреатом фестиваля «Песня года». Ну вот он, Андрей Картавцев. Привет, Андрей. Привет, Леша. Знаменитейший человек, пишущий самому Юрию Шатунову. Не все об этом, к сожалению, знают. Очень талантливый, очень интересный композитор. Спасибо. Какую, друг, песню будешь петь? Новую называется «Давай сейчас». Давай сейчас. Поехали, пишем. Я слишком долго ждал тебя, так много лет. Моя дорога была мне не нужна. Разлук так много, одна вина, один ответ. Ты слишком строго. Давай сейчас с тобой на ты, оставь приличий сантименты. Давай сейчас со мной на ты, нам так нужны любви моменты. Давай сейчас с тобой на ты, оставь приличий сантименты. Давай сейчас со мной на ты, нам так. Чем хороша популярная музыка, можно практически сразу петь песню, первый раз в жизни ее услышал. Давай сейчас, та-там-та-рам, отлично. Интересно, конечно, что скажут эксперты. Я считаю, что это готовый кандидат в любой концерт. Записано. Спасибо, Андрюш. Он очень давно занимается, и так прогресс фантастический. Молодец он все-таки так. Без никуда в сторону не вильнул. Без какого-то одеяла. Вот очень, не, очень ну, достойно так. Вторая, третья волна ретро. Да. Это потом диплом песни года не раздает просто так. Мне нравится тембр. Мне нравится, что вот он именно такой, с каким-то таким припылением, что ли. И нравится, что он делает это очень аккуратно и точно. Аккуратно.